Ребята, вы будете в шоке. Я иду за молоком. Ту-ту-ту-ту-ту. Иду к Рае. Сейчас посмотрю, я смогу найти к ней дорогу или нет. Ну, в общем, у меня с собой банка. И еще пакетик с мелочью. Вот. А вот тут смотрите, что. Цветы. Так, ключ сюда. И вот оно. Колесниково. О, какая-то дама. А вот церковь. Я сейчас пойду туда, по этой же дороге. Все цветет. Вот, все цветет. А верин стоит, как обычно. Толстопузовая курица, которые иногда несутся у Маринки, и он их за это ругает. Вон полубарсик какой-то. Познакомимся. А, кстати, вот здесь построили скамейку. Там ловит интернет даже. Привет! Лапки как у барсика у тебя, а морды как у кого-то другого. Ай. Вот она, настоящая колесниковская собака. Ой. Походочка. А вон там, слева, вдалеке, у кого-то, похоже, баня топится. Ой. Мужик с мотоциклом. Застрял, похоже. Короче, у мужика была телега деревянная какая-то, прицепленная просто к мотору. Я ему, короче, помогла выбраться из оврага. Сказала спасибо. Вот, я его сзади подталкиваю. Красота. Птички поют. Куча чистотела. Можно обмазаться им просто. Болото. Здесь, наверное, куча лягушек. Если кто соскучился по лопухам, вот они. Море лопухов. Пчелы. Сирень. Уже готова к бабушкиному дню рождения. Да, а ландыши еще не зацвели. Я думаю, это единственный балкон в Колесниково. Вот он.
Эй, извините, а вы не знаете, где здесь Рая живет? Рая? Да, с коровой. А вот вы оттуда прошли? Не, я оттуда иду. Ага, спасибо. Вы молочком, наверное? Да, за молоком. Вот дом, сейчас кирпич будет по левой стороне, вот, загорожен вот за этим. Угу. Вторая квартира, угу. Первая будет и вторая квартира. Ладно. Комната у следующего гаража, налево. Угу. Там она живет. Спасибо. Вот так вот. Вот я и дошла. Встречает кот. Здесь вот живет корова. И Рая. Тук-тук. Рая! За молоком пришли! Здрасте. Здрасте. Да, заходи. От Марины. А, поняла, у меня жду. Закрывать? Не надо сейчас, ведь пойдете. Некому, собаки нету. Здрасте. А. Заходи. Ага, сюда заходи. Там, когда чистая, перелью я. Должна быть чистая. Давайте. Или в эту, или... Ну, да не буду, вроде у меня такая же. Лишь бы добрая была, а то бы приносят, который раз, куда и банки-то мне. Я из-за тебя который раз переливаю. Вот. И Марина сказала, что у нее, как всегда, куча мелочей. Да, куеча. Ладно. Спасибо. Ага, давайте. Так. Да. Да, но я не пила нормального молока. А, да и парное, еще теплое. А, класс. Ну, ты сейчас пойдешь за дверь и все закрой, ладно? Да. По курочка может выйти. Ладно. Что, они у меня на улице не бывают, могут машину стоптать. Ага. Ага, ладно, давай. До свидания. До свидания. Спасибо. Вот такие дела. До свидания. Короче, миссия увенчалась великим успехом. Вот молоко. Вот сейчас покажу. Вот. Вот. Парное, теплое. 130 рублей. Угу. Честно, радости. Полные карманы. Так давно я не пила настоящее молоко. А еще и парное. Ну хотя я парное не люблю. Но все равно. Настоящее колесниковское молоко. И за какие-то вообще очень задешево. Нет слов. Ну, что я говорила, лягушки. Начинают свою песню. Когда будет более, ну, потемнее, то тут вообще будет такой хор, что у Маринки даже слышно. И так мы слушаем обычно соловьев вечером. Соловьи и лягушки по вечерам поют нам. Какой-то дурак, короче, себе сделал газон. И теперь этот газон стригут, и из-за этого не слышно лягушку нормальную. Лягушки прослышали, что я иду, и замолчали. Комары уже начинают появляться.